Здравствуйте, ребята! Продолжаем рассматривать курс «Светскость и основы религиоведения». И сегодня поговорим о религиях Индии, Китая и Японии, рассмотрим конфуцианство, даосизм и синтоизм. Цель урока – определить особенности религиозных представлений Древней Индии, Китая и Японии. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с понятиями веды, касты, дао, синта и определим особенности религиозных представлений Древней Индии, Китая и Японии. В древние времена в Индию с севера стали переселяться кочевые арийские племена. Они поклонялись божествам неба, огня, ветра, воды и многим другим силам, управляющим природными стихиями. В честь этих богов приносились жертвы. Жертвоприношения сопровождались ритуальными песнопениями и танцами. Позже эти ритуальные песни были записаны в священных книгах Веды, которые стали основой религиозного мировоззрения древних индийцев индуизма. Основные принципы индуизма – это признание священности Вед, вера в переселение душ. Индийцы считали, что тело смертно, а душа вечна. Закон воздаяния за поступки, то есть карма. По закону кармы внешность и положение в обществе в будущей жизни зависит от того, как ведет себя человек в этой. Бог индуизма Брахма считается создателем вселенной. Индийцы верили, что из его рта произошли брахманы. Они занимали самое высокое положение в обществе. Из рук произошли кшатрии, воины или те, кто обладал властью. Из бедер родились вайшьи, крестьяне, торговцы и ремесленники. А из стоп – шудры, слуги, выполнявшие самую тяжелую работу. Это было самое низшее сословие. Данные четыре группы называются варнами. Представители каждой варны имели право носить одежду определенного цвета. Брахманы носили одежду белого цвета, кшатрии – красного, земледельцы – желтого, а шудры – черного. Различия в происхождении человека объясняли кармой, совершенной в прежней жизни. Следующий бог Вишну – это хранитель, олицетворяющий благодетельные силы природы. Последователи индуизма считают, что Бог находится среди людей и верят, что справедливый Вишну придет на землю в человеческом облике. Вишну умеет перевоплощаться. Его воплощениями являются черепаха, рыба, Рама, Кришна, Будда. Конфуцианство, как философская школа познания мира, появилась в VI веке до нашей эры. Ее основателем был китайский мыслитель Конфуций. Конфуций родился в знатной, но не богатой семье. В молодости служил чиновником. Поняв, что невозможно повлиять на политику государства, Конфуций ушел со службы и отправился в путешествие по Китаю в сопровождении учеников. Во время путешествия он пытался донести свои идеи правителям различных областей. После смерти Конфуция его ученики составили 5 правил, оставленных учителем, о взаимоотношениях в обществе. Первое правило – уважение и почитание между императором и подданными. Второе – уважение и почитание между родителями и детьми. Третье – уважение и почитание между мужем и женой. Четвертое – уважение и почитание между друзьями. И пятое правило – уважение и почитание между старшими и младшими, то есть взаимное уважение и почитание. Самое главное в учении Конфуция – это правило поведения человека. Конфуций учил, что в мире существует незыблемый порядок, при котором каждый человек находится на своем месте. Возникшее в VI-V веке до нашей эры религиозно-философское мировоззрение Китая – дао
схожи с конфуцианством. Дао означает путь, прямая дорога, Бог, разум, слово. Один из основателей учения Дао, Лао Цзи, утверждал, что человек зависит от земли, земля от неба, небо от Дао, и лишь Дао зависит от самого себя. Основными понятиями даосизма являются Дао, то есть путь, первопричина и конечная цель бытия, Дэ, индивидуальное качество, благодать, добродетель, и Увэй, недеяние, отрицание целенаправленной деятельности. В трактате Дао Дэ Цзин, книга о пути и благодати, есть две части – О Дао и О Дэ. Эта книга была написана около 300 года до Рождества Христова. По учению Дао, каждый плохой поступок может сократить жизнь человека. Так, например, совершив преступление, человек сокращает свою жизнь на 12 лет. Синтоизм – это традиционная религия Японии. Слово «синто» означает «путь богов». Син или ками в представлении предков японцев означает «бог». Бог обитает в каждом предмете – на небе, на земле, в горах, реках, океанах, деревьях. Он может предстать в образе животных, растений, камней. Богиня солнца Аматерасу является главным божеством японского синтоизма. Также в философию синтоизма входит понятие добродетели, сочувствие к окружающим, сильное уважение к старшим. Синтоизм состоял из нескольких слоев. Различали храмовый синтоизм, где поддерживался культ локальных или общеяпонских богов. Синтоизм императорского дворца. Считалось, что императоры якобы происходят от богини Аматерасу. Государственный синтоизм, сектантский синтоизм, народный и домашний синтоизм, то есть поклонение богам-покровителям рода. Современные японцы в основном воспринимают учение синто лишь как религиозные традиции. Религиозные праздники нередко сопровождаются развлекательными мероприятиями. Таким образом, основанная на древних традициях культура переплелась с современностью. Для закрепления предлагаю вам выполнить следующее задание. Записать в тетрадь определение понятий веды, касты, дао, синто. Назвать принципы индуизма. Ответить на вопрос, в чем сходство даосизма и конфуцианства, и вспомнить формы синтоизма. На этом все. Спасибо за внимание.